Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Я начала учить 3D. До этого вы можете видеть у меня на канале то, что я рассказываю про Photoshop, про Illustrator. Сейчас я осваиваю новые для меня программы. И хочу вам показать то, что мне уже доступно, да, то, что я уже изучила. Это работа с аватарами в 3D. Как мы можем, владея навыками Photoshop, сделать другой вид аватара. В Claude 3D есть по умолчанию вот такие вот замечательные аватарчики. Мы можем выбрать любой, который нам больше нравится. А я возьму вот такой стандартный, чтобы у него была кожа более стандартного фона, более холодного оттенка. Двойным кликом вызываю, у меня появляется прекрасная барышня. Сейчас программа Claude прогрузится. Вот. И с этим аватаром при помощи Photoshop мы можем работать и создать его, ну, давайте скажем так, совершенно фантастического вида. Мне показалась это достаточно интересная история, хочу вам показать, как это сделать. Когда мы находимся, работаем с аватаром, у нас есть текстура, да, которая как раз и создает эффект кожи, который это все показывает. При двойном клике вы ее увидите, а если вот здесь открыть с помощью, у меня стоит Photoshop, и при помощи Photoshop она у меня сейчас откроется. А вот такая вот, мне напоминает это как из сказки «Шкурка лягушки», да? Но вот так это все выглядит. Что я делала, что я пробовала, чтобы вот такой вариант нам сделать? Во-первых, я подобрала текстуру очень интересную, вот такую розовую, которую буду, соответственно, внедрять в данную штучку. Как я это буду делать? Давайте я возьму, перекину. Мне понадобится эта текстура везде. Я сейчас буду запоминать циферки, чтобы у меня и ручки, и ножки, и туловище получилось одинаковое. Открываю, перекидываю. Это не... Нельзя сказать, что это единственный способ, как это можно делать. Конечно же, можно делать по-разному, то, как это предпочла сделать я. Нажимаю Ctrl-T. У меня происходит трансформирование. Для того, чтобы сделать апропорциональное трансформирование, можно зажать Shift, тогда будет вот оно идти. Enter. То есть я просто на слой поверх все это положила. Что я теперь делаю? Беру инструмент волшебную палочку. Я знаю, что это достаточно топорный метод, но в данном случае он очень хорошо работает. Можно выбрать через объект, можно вот так, как я. Правой кнопочкой мыши сделать инверсию выделенной области и скопировать на новый слой. Что я и сделала. У меня получилось, фон ушел, скопировалась только вот эта часть. И сверху на нее я хочу наложить вот такую текстуру. Соответственно, я не сохранила выделение, поэтому еще раз делаю выделение, перемещаю на слой выше, вот оно, видите, и нажимаю Delete, соответственно, у меня убирается фон, то есть я выделила все белые фрагменты и удалила. То есть уже у меня соответствует по форме тому, что мне нужно. А теперь что можно сделать? Во-первых, проработать с помощью непрозрачности, чтобы у нас было видно, что находится внутри, но не всегда это получается очень здорово, поэтому вот здесь через наложение можно попробовать подобрать тот режим, который нам будет лучше подходить. Он может быть не оптимальный, может быть потом тоже и прозрачностью доработать, но вот здесь можно посмотреть и получить очень действительно интересные эффекты. Просто пройдитесь по ним, по всем, и увидите, подходит вам этот вариант или нет. Соответственно, вот смотрите, какие разные эффекты. Только надо будет запомнить, что именно подошло, для того, чтобы для других частей тела тоже его применить. Соответственно, давайте посмотрим. Жесткий свет. Так, неплохой эффект. И вот этот очень интересный эффект. Осветление основы. Вот прям действительно очень... Вот. Линейный осветлитель добавить. Я его применяю. И здесь немножечко делаю
на 80% прозрачность. Вот у меня получилась основа, и все остальные части я тоже буду применять именно этот же эффект, чтобы у меня все получилось одинаково. Я уберу фон, двойной клик, ОК, чтобы он стал слоем, убираю его и добавляю слой, цвет черный, чтобы программа правильно все скушала. Вот так. Вот почему я оставила именно в таком формате, почему с полупрозрачностью, просто элементарно, чтобы у меня все сохранилось как было, да, то есть я не переделываю полностью карту, которая есть, а вот я ее проправляю. Теперь сохраняю это все. Сохранить как, то есть я сохраняю не тот файл, который был на рабочем столе, создаю, например, создать папку «Розовый аватар». Я делала похожую штучку с синим цветом. В конце видео покажу, как это смотрится. Так, и здесь напишем розовый. У нас создается карта. Сохранить. ОК. Переходим с вами в, соответственно, в клон. Здесь открываем. Теперь идем туда, куда мы сохранили розовый аватар. Так, а я неправильный формат сохранила. Момент. Файл. Сохранить копию, и мне нужно обязательно сохранить в формате JPEG, потому что у меня сохранился в формате PSD. Вот. Сохраняю. PSD в клоне поймет. ОК. И перехожу сюда, и уже вот здесь двойным кликом рабочий стол, вот он мой розовый аватарчик, и вот оно вот так вот выглядит, чтобы вы понимали, вот, вот такая штучка. Открыть и смотрите, что происходит. То есть за счет того, что я сохранила прозрачность, что я применила эффект наложения, у меня остались видны вот формы, то, что груди, где трусов, где пупок, то есть это не вот этими вот треугольничками у меня сеткой, да, отображено, это именно здесь. И, соответственно, по такому же принципу я сейчас сделаю все части. Это будут ноги, это будут руки и это будет лицо. Вот точно такой же принцип я загружаю здесь, перетаскиваю и делаю. Если вдруг что-то не увидели, можете вернуться и посмотреть, как я это делала. Поехали! Вот, а мы сделали, соответственно, и лицо тоже, посмотрите, оно прокрасилось. Теперь нужно поработать с волосами, а и с глазами. Здесь мы можем с вами выбрать тип волос, который нам нравится к этому аватару, то есть это могут быть разные волосы, разные прически, ну, из стандартных, да, я пока говорю исключительно о стандартных каких-то волосах, потому что что-то более сложное, это немножко другие аспекты. Так, у нас сейчас вот такой пучочек сделан. В принципе, он меня вполне устраивает. Ну, можно поменять, да, можно там поменять на какой-то такой, такой, по желанию. Меня больше этот пучочек устраивает. И у волос, точно так же, как и у всего, есть вот эта вот текстурная карта, в которую мы сможем войти. Давайте сначала сделаем глазки. Я хочу сделать такие, ну, нереалистичные глаза, поэтому не пугайтесь. Он открывается, глаз, точно так же, вот как и эти карты. Вот он, смотрите. Соответственно, что я хочу сделать? Я хочу просто поменять цвет зрачка на розовый. Так, сейчас мы уберем лишнее. Вот таким образом. Приближаем. Я буду пользоваться стандартным инструментом. Вот так. Немножечко его сместим. Скопировать на новый слой.
И с этого же слоя еще скопирую зрачок. То есть у нас есть радужка, есть зрачок. Я все это делаю отдельно. Но мне кажется, так более корректно. Вы можете сделать по-своему. То есть это я делаю именно так, как я бы делала, да? И теперь через коррекцию цветового баланса я немножечко дерну цвет. То есть не прям, чтобы перекрасить, да? Я хотела бы, чтобы он такой розовый был. Вот мы сейчас подберем цвет, который меня устроит. Если я зрачок убираю, то видите, как он смотрится. То есть, когда зрачок сверху оставляешь, он смотрится интереснее. И можно в целом вот это вот немножечко по цветовому тону насыщенности, вот у меня сюда ускакала эта штучка, потушить. Ну, вот именно, что я имею в виду, похолоднее сделать, да, немножко такой оттенок, немножко его подтушить. Ну, это лично мне для этого аватара. Вы можете делать абсолютно по-другому, можно прям другой глаз сюда внедрить. Поэтому как вам больше нравится. Так, сохранить как. Я сохраняю все в одну папочку. У меня есть папочка, названная «Розовый аватар», естественно. Но нужно сохранить копию, сейчас сделаю, чтобы у нас был JPEG, потому что PSD Кула не понимает. И, наверное, ошибку, которую я делаю, которую говорят люди, то, что не нужно писать кириллицей. Все-таки я пишу розовый, лучше писать pink, да, потому что Кло не очень любит латиницу. Кириллицу, точнее, она любит латиницу. Но это просто на будущее имейте в виду. Я пишу розовый, не совсем корректно. Вот, смотрите, глаз. И сейчас будет хорошо видно сравнение. Да, вот один глаз, вот второй. То есть немножечко аватар таким образом преображается. Делаю я его специально нарочито искусственным, чтобы он не походил там на что-то живое. Вот. И у волос тоже есть такая текстурка. Я уже пробовала с ней работать. Там будет такая градиентная растяжечка. Ее тоже можно через цветовой баланс просто поправить. Сделать тем оттенком, который вам больше нравится. Вот. Например, вот так вот розовым. И еще можно через уровни тоже немножко поднять яркость. Я работаю по старинке. Я знаю, что сейчас все это можно делать через слои. Но вот в тот момент, когда я училась, делали так. И очень сложно потом переучиваться. Вот. Файл «Сохранить копию». Естественно, я не сохраняю все это в самом аватаре. Я это сохраняю исключительно в своей копии, чтобы у меня все это было в одном месте. Тоже пишу, что это розовый. Говорю ОК. И сейчас вы увидите, я буду перекрашивать волосы. Вот сюда заходим, в рабочий стол. И там еще ресницы. Можно их перекрашивать, можно не перекрашивать. Вот. И вот он цвет. Получился такой яренький. Так что вот он там и есть. Вот такая получилась девица-красавица. В принципе, уже, ну, как бы, аватар, который будет у вас отличаться, при этом сохранены все пропорции, которые дает Кло, для того, чтобы как-то вот ее оставить, как она есть. Можно поменять цвет у туфель. Точно так же он меняется, можно не менять. Сейчас я вам покажу то, что можно сохранить как аватарку, это все, да. Save as аватар и тоже поместить вот сюда я к себе в розовый аватар. У меня есть такой же аватар синий. Покажу, как он смотрится. Вот, открыть аватар я еще раз сделала. И нам нужно сделать смещение по оси X. Ну, давайте мы ее на расстоянии 1,5 метра поставим. Таким образом у меня влезет два аватара, они не будут друг на друга нахлестываться. Вот смотрите, здесь я, правда, с аватаром еще поколдовала и увеличила у нее пропорции. Видите, у нее худые ножки, длинные. То есть я специально все это сделала. Ну вот такие две девахи у меня получились. Это, ну, в чем-то шуточное, в чем-то интересное. Ну, по крайней мере, когда на этот аватар уже начинаешь мерить белую футболку, то смотрится он намного более интереснее, чем стандартный аватар Кло.
И если вы владеете фотошопом, то вам это все, в общем-то, доступно. Естественно, есть Blender, естественно, есть DASA, это можно делать по-другому. Но это вот такая базовая трансформация, которая не сильно калечит сам аватар, и в Кло вы сможете с ним общаться. Вот, кстати, здорово, что они у меня два загружены, да? Можно посмотреть, что вот это стандартные пропорции. Вот здесь я уже его поменяла, видно, что и форма бедра другая, и здесь это все меняется измерениями. Здесь помененные туфли, вот они как бы и снизу тоже на них можно посмотреть, и сверху волосы, прически у них немножко разные. И вот здесь, конечно, нужно поработать со стыками, то есть не совсем ровно все легло, потому что как это все закрывается. Здесь у меня ровнее все легло. Я использовала карту звездного неба, которую здесь, ну вот здесь тоже ножки немножко видно. Вот такие у меня девахи получились. Дальше вам буду показывать свое творчество в 3D. Буду рассказывать. Сразу говорю, что я пока учусь, и сказать, что я супер владею 3D, я не могу. Но уверена, что если я в течение года буду регулярно работать, регулярно делать, осваивать новые техники, то буду, ну, хорошо в нем ориентироваться и смогу вам показывать интересные фишки. Пока показываю, как кастомизировать аватар при помощи Photoshop, используя базовые настройки Кло. На этом все. Пожалуйста, пишите свои отзывы, свои комментарии, что вам еще хочется показать. Не забывайте поставить лайк, если вам понравилось видео, и подписаться на канал. Буду рассказывать и показывать. Я вам рассказываю про программы в модной индустрии, про использование иллюстратора. Много уже видео можете посмотреть на моем канале про использование Photoshop. И сейчас начала учить еще и Кло. Так что, как видите, они тоже здорово между собой сочетаются. На этом все. До скорых встреч. Пока-пока.